Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у меня очень простой, но при этом невероятно вкусный рецепт рубленых котлеток. Берем два филе общим весом около 600 граммов, и у каждого филе есть большое филе и есть маленькое филе. И маленькое филе мы пока отрезаем, а большое филе нарезаем маленькими кубиками. Я сначала вдоль так разрезаю, потом вот такими вот полосочками. И теперь эти полосочки нарезаем на маленькие кубики. Малое филе тоже нарезаем кубиком. Мелко нарезаем небольшой пучок укропа. Укроп придает аромат и делает эти котлетки еще вкуснее. Половину укропа добавляю к мясу, а половина пойдет в соус. На терке натираю небольшой кусочек сыра, у меня здесь приблизительно 70 граммов. У меня моцарелла, но вы можете брать абсолютно любой сыр, только когда будете солить уже весь фарш, то обратите внимание на количество соли, чтобы не пересолить, потому что сыр бывает соленый сам по себе. Добавляем 1 столовую ложку муки. Муку можно заменить крахмалом. Также добавляем 1 яйцо, 1 столовую ложку сметаны или майонеза, черный перец по вкусу. Также вы можете добавить любые другие специи, но мне кажется, что укроп, черный перец, сыр сделает свое дело и будет очень вкусно. Солим по вкусу, я добавляю половину чайной ложки. Все перемешиваем. Если у вас есть возможность, то дайте фаршу настояться хотя бы там 30 минут, часик, станет еще вкуснее. Если у вас нет времени и вы спешите, то можно в принципе сразу же и жарить. На небольшом количестве растительного масла будем обжаривать котлетки. Выкладываем столовой ложкой на прогретую сковородку. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минутки. И спустя 3-4 минутки переворачиваем на другую сторону. Как видите, они хорошо держат форму. И слишком долго их не нужно жарить, потому что это филе куриное, оно жарится очень быстро. Не нужно его пересушивать. Посмотрите, какие аппетитные получились котлетки. А главное, как они быстро готовятся. И поверьте, по вкусу они вас очень удивят. Также приготовим быстрый соус к нашим котлеткам. Берем 50 граммов сметаны или майонеза, кто что больше любит, и добавляем туда зубчик чеснока. Я добавляю 3 маленьких зубчика, но вообще добавляем по вкусу. Я люблю чесночное, поэтому не боюсь переборщить. И туда пришло. Укроп тоже весь сюда, тот, который у нас остался еще сначала. Чайная ложка лимонного сока, чайная ложка горчицы. Также вы можете, если используете сметану, то слегка подсолить по вкусу. И я совсем немного еще добавлю черного молотого перца. Смотрим, какие они у нас получились внутри. Вы видите, что они сочные. Все прожарилось, все как полагается. А теперь в соус и будем пробовать. Настоящая вкусняшка, чесночный остренький соус, идеальное сочетание ингредиентов в самой котлетке, она получается мягкая, нежная, сочная, не пересушенная, несмотря на то, что это куриное филе. Обязательно попробуйте именно это сочетание ингредиентов, куриное филе, укроп и сыр, это очень и очень вкусно, я вам обещаю. Я же с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкуснейших рецептов!